Хотелось бы провести небольшой тест сравнительный по алюминию двух разных кругов. Здесь у нас ЦИБО Алюгринд, и к нему в комплекте еще прилагается вот такой вот специальный спрей. И на этой болгарке фибровый диск. Ну вот они одинаковые, в принципе. Кубитрон 3М 982C. Болгарки абсолютно одинаковые. Скорость ставлю на обеих. Допустим, там вот условная троечка. А, соответственно, шлифовать этим всем буду вот, вот такую вот штуковину. Значит, это алюминий, ну, марк ХЗ, вот, после плазмореза. Я не претендую на какую-либо научность, просто что больше понравится. Нижнюю часть отшлифую кубитроном, верхнюю часть отшлифую вот этим вот алюгринд. Не уверен, что на камеру все это хорошо видно, но по результатам мне больше понравилась работа алюгринда, несмотря на то, что он гораздо дороже. Идет он очень мягко, поверхность после него гораздо более гладкая, чем после кубитрона. Для сравнения, вот этот вот диск алюгринд сам по себе стоит 800 с копейками рублей, плюс к нему еще идет вот этот вот спрей, еще стоит 1000. Кубитрон стоит порядка 130-150 рублей. По стали, кстати, он работает отлично. Ну, по алюминию, в принципе, тоже годится, но этот интересней.